моем возрасте, для мужчины за 40 и для спортсменов проходить обследование очень важно. Вот этот бэкграунд у многих мужиков, как же, за своим здоровьем не следили, вкладывались там в бизнес, во все что угодно и забывали про себя. А впереди самая активная, самая классная часть жизни, когда вот пользуйся, а здоровье не позволяет. И поэтому вот такие регулярные проверки, они могут предотвратить развитие каких-то болезней и улучшить качество жизни. Очень хорошая атмосфера, вот как дома. И персонал очень дружелюбный. Такое ощущение, что они тебя уже давно знают. И не нужно каких-то лишних дать рекомендаций, потому что все уже написано. Пообщался с одним доктором, с другим, все написали, и тебя уже встречают как хорошего друга. И это, конечно, очень приятно. Здесь очень симпатично, как-то все очень современно. И удобный подъезд. Сколково, во-первых, мест такое крутое, о котором все знают. И удобно доехать на машине. Шлагбаум, парковочка. И ты сразу попадаешь в клинику. И холл шикарный. Цветы живые. Встречают с улыбкой. Это, конечно, очень приятно. Советского человека запечатлилось, что это какие-то всегда катакомбы и здания, может быть, советского периода. И когда ты попадаешь во что-то такое современное, очень модерновое, дизайнерское, то вот это впечатление, оно меняется. Ты такой думаешь: вау, классно. Я не слышал про клинику, но я проходил обследование в Германии и вот думал, как бы куда-то надо поехать за границу. А это долго, дорого, виза, карантин, пандемия. И оказалось, что в Москве рядом буквально с домом есть все то же самое, только лучше и дешевле. Здесь чувствуешь уровень, и этот уровень соответствует твоему статусу. И даже если не соответствует, ты к этому стремишься и уже чувствуешь себя на этом уровне. И возвращаться на другой уже, конечно, не хочется.